Мы на месте. Мы приветствуем Дацу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. У нее голова лежит на плече, язык вытащен, и какая-то как в сетке она в какой-то. Хорошо. Круглая сетка. Она меня не слышит, да? Нет. Хорошо, сканер просканирует сейчас Дацу. Отключи эту подключку, выведи ее полностью из биополя. Вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Эта сетка, эта конструкция выходит, формируется в шар. И как она выйдет, отправляя в клетку-тюрьму. А вместе с этой сеткой проявилась там подключки, которые держат голову. Они сейчас открепились. Вместе с шаром вышли с сеткой. Отправляй все в клетку-тюрьму. Еще что-нибудь есть, посмотри. Есть, но не мешает. Она сейчас голову подняла, у нее болит очень голова, она держится за голову. Хорошо. Дация, это все сейчас пройдет. Вы меня слышите? Слышит. Нам нужно ваше разрешение на диагностику и чистку. Дает. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Дации под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дации. Находит все. А, значит, у нее гуманоид. Гуманоид. Отлично. Красный дракон. Есть. Инсектоид. Инсектоид. Ответственный за повышение веса. И бес. Какой? 14. Бес? А, демон. Демон. Нету беса. 14 герц. Нормально. Хорошо. Итак, у нас гуманоид, красный дракон, инсектоид и 14 демон. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Дацы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Канал выстраивается также к этой конструкции гуманоида. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полноту души Дацы на настоящий момент. 91%. Откуда ты, гуманоид? Ута. Ута. И что, ты думаешь, это как-то какое-то оправдание за нанесенный ущерб? Где 9% души? Он тебя не понял, почему он что-то думает. Он ответил на твой вопрос. Угу. Душа в сетке. Тебе давал кто-то согласие на установление этой сетки? Согласие Дацы у тебя присутствует? Имеется? Нет. В моих руках появляется шар с живой плазмой. Хорошо, гуманоид, вот до сюда мы дошли. Вот это. То, что я тебе хотел показать. Это сегодня я спрошу Дацу, если она скажет, дайте это гуманоиду за то, что он со мной сделал, за эту конструкцию, за эту голову, которая на плече лежала, за это воздействие, я дам тебе. И ты перестанешь существовать. Теперь тебе понятно? Он сканирует шар, настоящий он или нет. Хорошо, пожалуйста. Не должно здесь этого быть. А почему? Что это военные технологии? В матрице Земли нет этого. А мы не в матрице Земли с тобой находимся. Хотя в матрице я тоже это могу применить. Понял, куда ты попал сейчас, гуманоид с Уты? Да, он понял. Итак, сколько ты находишься в этом биополе? 5 лет, 8 месяцев. 5-8 года. Красный дракон. Какой у нас красный дракон? 27-36. Сколько ты присутствуешь в этом биополе, дракон? 7 лет. У тебя контракт есть на пребывание в этом биополе? Нет. И что ты делал здесь 7 лет? Жевался. Для какой цели? Жрать ее энергию? Да. Хорошо. Он проживал жизнь дракона, матрицы Земли в человеческом теле. Он сидит в сыне также. И в сыне еще сидит. Сколько ты в сыне сидишь? Мы его сегодня тоже чистим. Там платы стоят его. Понятно. Хорошо. Будет, когда будет сын, тогда будем. Значит, дракон сегодня задержится у нас. Потом будем разбираться. Если кто, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 3 года. Ты влиял на повышение веса? Сколько у тебя инкубаторов стоит? 2. Аж 2 инкубатора. Ну, на 2 инкубатора тебе нужно, безусловно, место. Хорошо. Инкубатор. Инкубатор. Инсектоид. Ты присутствуешь в сыне Дацы? Или твое потомство? Нет, он не присутствует. Хорошо, будем разбираться. Вера, как с реверсом? Закончилось? Да, закончилось. Установили фильтр золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Дацы забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Дацы себе обратно. Забираем из этой конструкции частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Дацы находится, мощным потоком пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. У нее к этому, к этой конструкции боль ушла, когда был реверс. А сейчас возвращается. А свет идет. Частички души возвращаются. Хорошо, демон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Уж думала, не уделишь мне внимания.
ну как же не уделить 14-герцовому демону внимания? Может, у него контракт есть, я спрошу? Нету контракта. 5 лет я здесь дергаю ее. За струны души. А что ж тебе так понравилось, когда ты в нее вошел? Должны быть какие-то все равно частоты, которые отзываются в тебе. Много-много частот. Есть. Покричать, любит и выпить. Ну да, здесь согласен, здесь твое. В квартире ты присутствуешь, в доме? Мы чистим его сегодня? Обязательно. Это понятно. Кто из вас еще присутствует? Инсектоид, красный дракон, гуманоид? Красный дракон, гуманоид. Понятно. И там идет воздействие. Только инсектоиды не селятся в квартирах. Реверс закончился. Поехали дальше. Реверс мы закончили, начинаем с вытаскивания. Начинаем с инсектоида. Инсектоид, выходи. Вытаскивай свои инкубаторы, снимай крепления, все энергии, ничего не забывай. Возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Она будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, вполне возможно, может сгореть. Он вытащил инкубатор и жидкость вынес какую-то. Хорошо. Красный дракон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай платы, отключайся. Она как жалила. То есть он расправлял там крылья в ней и выпускал огонь. Он зажигал ее. И она просто. Жалила. То есть она слова плохие говорила. И тут сразу же демон получал свою прибыль. Вот этих энергий и эмоций. Ну, это слаженная команда. Достал он. Я не знаю, драконы красные. У меня иногда такое ощущение, что вы из демонического мира. Вы ничем не хуже и ничем не лучше 14-герцового демона. Идем дальше. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось невытащенным, что я не вытащил? Осталось. Хорошо, сканер, просканируй сейчас. Да, цена чистоте гуманоида и этой конструкции. Найди то, что осталось невытащенным. Выводи это, отключай полностью. Это спираль идет от самой макушки вниз по позвоночнику. Через весь позвоночник еще и спираль поставил. Вы это что? Серьезно. Хорошо, отправляю ее в клетку-тюрьму и выстраиваю прямой канал от ДАЦИ к этой спирали. Она реверсом отдает все негативное, патогенное, низкое вибрационное, что она получила от этой спирали. Пошел мощный поток. Готово. Что там было? Энергии чужие, как чужеродные. Я сперва как рвать начала, а потом пошли вот эти энергии. Установили фильтр золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса ДАЦИ забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии, все, что на ее частоте находится мощным потоком, пошло назад. Здесь какие-то как импульсы возвращаются в ее тело, в разные части. От позвонка шли они в руки. Это было грубое нападение. Здесь ничего не скажешь. Мягкость, что ли, какая-то. Мысли. Готово. Сканер, дай мне полноту души, ДАЦИ на настоящий момент. 100%. Отлично, душу вернули. Поехали дальше. Итак, все вытащили. Даю команду на рассинхронизацию ДАЦИ с гуманоидом, его конструкцией, красным драконом, его платами, инсектоидом и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. У нее головная боль пришла, и она полностью сейчас в свой момент трогает голову, смотрит на них, говорит фу. Подожди, я не рано ли я дал рассинхронизацию, Вера? Мы еще не все вытащили. У нас демон еще остался невытащенным. И опять ему не уделил внимания. Останавливаю рассинхронизацию. Моя ошибка. Хорошо, демон, твоя очередь. Перед тем, как ты выйдешь, скажи мне, есть ли лярвы в биополе ДАЦИ? Да, есть на языке лярва и низ живота. Язык, это, я полагаю, от слов, которые она говорила. Низ живота, это от инсектоида его воздействия. Ты хочешь получить эти лярвы? Да. Выходи, снимай все, что у тебя еще осталось, доложи на месте, я дам отдельную команду, можешь их забрать. У меня на руках перчатки и в ногах такой, как коробка тяжелая. Ну, это заземление коробка, а перчатки – это фактор раздражения. Когда демону было скучно, он дергал за эти перчатки или посылал импульс, скорее всего, да, демон? Так было? Все, ты знаешь, чесалась она. Такая работа у меня, должен знать. Снял все. Хорошо, разрешайте забрать все лярвы. Забирай, ничего не забывай, возвращайся назад. Готов. Теперь даю команду на рассинхронизацию ДАЦИ с гуманоидом, его конструкцией, красным драконом, инсектоидом и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают все каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, они улетают на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Инсектоид, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю.
Демон. Хочешь получить эмоциональный фантом? Хочу. Тогда назовешь мне первые причины, которые я буду перечислять сейчас, частоты. То, что у тебя отзовется после того, как я это вытащу, назовешь мне. Выходит эмоциональный фантом Дацы, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, также все низкие вибрационные эмоциональные энергии. Низкая вибрационная ежесть, сгенерированная, проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня черный, он снизу очень уставший и серый вверху. Хорошо. Трясущийся, холодец. Хорошо, Даци, так выглядит ваше эмоциональное состояние, ваше. Эти энергии вы сами сгенерировали, здесь уже никто не мешал. Вы готовы от них отказаться? Да. И сбросить. Сворачиваете энергии в шар, забираешь демон. Демону понравилось, что они как холодец, да. Отправляю демону. Я, честно говоря, пару раз только видел, как холодец. Это очень сильные должны быть энергии. Итак, слушаю тебя. Кого? Никто не понял, кому команда. Команда была демону, я ему отдал шар. И слушай первопричины. Их много. Раздражение, депрессия. Угу. Это что ключевые? Что ты там еще говорил? Я не помню. Я говорю первопричины. Мне нужно первое. Ну, очень жирненький, вкусный. Я на него смотрел. Итак, только раздражение, депрессия, гнев, страх, ужас, сердитость, сопротивление, в конце концов. Раздражение там внутри. Не может найти решение ни одной причине, а еще чужие на себе проблемы вешает. Хорошо, да, это вам передал демон, который видит ваши энергии и читает их как книгу. Сейчас я открываю тебе портал в дом. Ты собираешь все, что ты там оставил на своей чистоте. После этого или ты, или бес, или кто там еще в квартире есть, покажете мне порталы в квартире, я их закрою и могу вам собрать весь негатив, который находится в квартире. Устраивает? Устраивает. Открывается портал в дом Дацы, и демон забирает все, что принес, уходит в этот портал, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у меня здесь гуманоид с Уты. 9% души вернулись, сидел почти 5 лет, 8 месяцев. Установил конструкцию, спираль через все тело шла. Полный откат энергии, когда мы ее нашли, у нее была голова на плече лежала, и она была сдавлена этой конструкцией. И посмотри, пожалуйста, у меня еще красный дракон здесь 7 лет сидел. Кто из них тебя интересует? Красный дракон сидит еще в ребенке, в сыне ее. А мы забираем гуманоида. Хорошо. Остальное уничтожить. Под всеми артефактами гуманоида открывается воронка в галактическое ядро, и они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. С красным драконом может помочь контроль эмоций, поэтому мы не берем его. Понятно, безусловно, конечно. Человек должен тоже делать какие-то усилия для стабилизации своего эмоционального состояния. Красный дракон по-любому останется в клетке, потому что мы еще будем чистить сына, и в котором он присутствует тоже. Итак, идем дальше. Клетка должна быть пустая, кроме красного дракона, да? Да. Поехали дальше. Поехали по частотам. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Дация, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Не могу описать. Это нереальное чувство. Я такая насыщенная, и во мне много каких-то прекрасных идей, креативных мыслей. И я хочу дарить эти яркие энергии всем вокруг. Никто вам не мешает теперь это делать. Следуйте рекомендациям, которые мы перешлем вам после сеанса. Заправляйтесь энергиями, поднимайте вибрации, выдавливайте негатив, сбрасывайте этот негатив, закрывайте эту воронку, которую вы перед этим открываете в галактическое ядро. Кроме того, выставляйте Меркабу и вникните в суть манифеста. Что там стоит? Если там написано «Я беру ответственность за свою жизнь, твои руки и за свои энергии», это значит, что вы их действительно берете, вы защищаете их. И обратите внимание на слова демона, то, что он говорил о крике, алкоголе, это чистота демона. Если вы должны изменить свои привычки, если вы дальше будете продолжать, ничто не сможет остановить, чтобы демон еще раз пришел. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь, по всему должна быть своя мера. Ну а крик – это их разговор, так они общаются.